Всем привет, и с вами Банни. И сегодня мы поиграем в замечательную игру под названием The Sims 4. Мы продолжаем с того момента, как наша Марго отпраздновала день рождения, но нам не совсем понравился ее лишний вес, поэтому сегодня ее день, потому что она идет сегодня в спортзал. Так, Лиза, как у тебя потребности? Ты уже не хочешь спать? Натюрные глазы. Такс. Нам нужна плита, по-моему. Да? Если я не ошибаюсь. Плита. Вот так вот. Отлично. Сделай, пожалуйста, что-нибудь. Что-нибудь легкое. Хрустящий тост. Это, наверное, на 4. Так, все, иди. Напряжение. Почему? Зачем? Иди в душ. Потом прими душ. Не знаю, давай. Нуба! Так, что ты хлопаешь, а? Я уж испугалась. Ты у нас до скольки поспишь? Не знаю. Ну, скоро, короче, проснешься там. Поспишь, потом примешь душ. Роман, ты потом сходишь в туалет. Не знаю, как-нибудь себя развеселишь. Давай, готовь. Лизочка, давай. Пожалуйста, давай. Потом ты встанешь у нас, кушаешь еду. Да. Господи, я уже путаюсь. Лиз, кушай. Принять ванну. Кушаешь, примешь ванну. Ты уже проснулся, кушай, отлично. Тебе не надо сделать домашнее задание. Ты, по-моему, не в младшей школе. Смирение. Внимательность. Через 3 дня. Че ты плачешь? Ты кушай. Ты плачешь. Слышите? Она смеется или плачет? Не пойму. Ну ладно. Так, ты пока посиди здесь. Ты скоро домоешься? Что ты можешь сделать? Ухаживайся с собой. Не пойму, ты плачешь? Да, она плачет. Не плачь. Ты что, обрываешь? Ну ладно. Так, все, не плачь. Болтать. Пить игрушку. Пожалуйста. Ты потом у нас примешь душ. Да. Так. Нам нужен мусорный бак. Да. Подумала. Тыкс. Где у нас мусорный бак? Нет. Он должен стоять вот здесь. Отлично. Пожалуйста, потом выбрось. Потом собери урожай, пожалуйста, у нас.
собери весь урожай. О, Хабери Ширша. Что ты можешь себе говорить? Точно. Все. Так, Маргарита. Давай. Кушай. Давай, все, ты покушала. Так, пожалуйста, отправь. Так, я распределю ты. Ой, господи, Гримыка. Принять душ. Ты примешь душ, потом, не знаю, возьмешь еду. Да. Потом как-нибудь развлечешься, не знаю как. Телек сколько стоит? Ой, господи. Гостиная. Окей, ладно. Телек. Электроника. 275. Какая же жестокая. Давай. Sorry, Zorbal. Такс, ты идешь в спортзал. Сожжем лишнее. Отличненько. Давай. Так. Так. Нам немножечко надо кое-что поменять. Что это такое? Должна быть VIP-комната. Так, раз, сейчас. Дети, увлечения, навыки. Случайно. Увлечения, навыки. Спорт. Отличная должна быть, да, беговая дорожка, красная, да. И вешалка у нас должна быть тоже отдельная. Даже вот так вот сделаем. Тоже красную пометим ее, вот так вот. Раз, да. Идем в треньку. Разминка. Потом вот здесь разминка. Давай. Мы бегаем, должны бегать. Не мешает этот сюжет. Что ты вообще такое? Остальное зеркало, все глаза на меня. Давай ты будешь где-нибудь. Просто она мне мешает. Тут. Так, вот должно быть все. Так, VIP, тренажер. А что ж мне все мешает? Смотри.
Нормально. Так вот, фокусируемся. Так вот, давай. Rush. Ты чего? Нормально. Я умею ловить кадры. Вот так вот. Вот так бегает настоящая Марго. Та-да-да-там. Такс, давай. Бешеный темп. Прям вижу, как с тебя стекает всё. Four toes of ab. Check. А ю, ты не взял. Стоп. Давай, туда. Упражнение на выносливость. You play them, church people. Smaps Rooney. Давай. Истекаешься. Безумные глаза. No! Давай. Уже более стройный. Согласитесь. Давай ты немножечко вздремнешь на кроватке. Давай немножечко совсем так вздремнешь. Вот. И мы подберем тебе нормальную одежду. Ты вообще ходишь, чтобы только тебе толстой не казалось. Давай ты немножечко вздремнешь. Ускорение прошло. Давай, все, хватит. Давай, смотрите. Basket is heavy. Super quark. Swallow, Goya. Messiah.
Так, давай ты немножечко посмотрим на тебя, как ты похудела. Попотела, да? Подобрать костюм, потом пойди в душ. Немножечко. Родители удивятся, как ты похудела, если ты похудела. Ты должна еще немножечко похудеть. Ну, хотя бы ты уже не такая толстая, да? Хотя бы уже не так. Но ты должна под конец серии быть самой-самой худой и стройной девицей города. И ты меня самая красивая. Ну вот, смотрите, значительно она меньше, ну. Ты похудела, я тебя поздравляю! Ху-ху-ху! Смотрите, какая она худая стала, да? Так, ну-ка, тебя разденем. Сейчас, на секундочку. Так, ты уже худее, да? Да, она худее. Сейчас немножечко еще подзанимаемся. Так, немножечко еще подзанимаемся, и будешь просто крутая. Вот смотрите, как уже. Отлично. Сейчас поменяем тебе. Вот такое, наверное, будешь что-нибудь. Штукс. Ну, такое даже, ну, норм. Такс, такое что-нибудь. Такие я не хочу, мне не нравятся. Такие, нет. Да, сделайте зелёные. Чё они... Жёлтые. Смотрите, какое дело. Тут была какая-нибудь толстая девка. Ну, да, она мне серьезно не нравилась тогда. Давай тебе переоденем. Это же у нас самая красивая на районе. Ага. Ты можешь так вот выглядеть. Нет?
вот так вот будешь выглядеть или нет? Давай ты вот так будешь выглядеть фиолетовым. Да. На ножку мы тебя немножечко поменяем что-нибудь. Так вот, да. Мы будем искать скоро парня. Да. Все, это же другой человек, господи. Так, сейчас мы... Надо твоего папашу раздеть. Так, у тебя ты накачанный, да? Да, ты накачанный. Я была права. Так, мне нужно твое тело. Тело. Ты должен выглядеть примерно таким. Рэпер! Ух тышка! Если у нас будет еще сын, не знаю. Пишите в комментариях, хотите ли вы сына или нет. Если у нас будет сын, он будет одеваться. Рэпер, да. Господи. Ох. Может так? Ой. Похож, не знаю, на кого. И на хорошего, это точно. Давай, давай. Такое что-нибудь. Давай такое или такое. Да и такое. И какие-нибудь штаны красивые. Джинсы даже. Ну вот. Другой чувак. Ох, сейчас мы еще немножечко похудеем. Совсем немножечко. Так, немножечко, совсем-совсем. И мы будем просто, не знаю, конфетой. Ох, как я хотела, чтобы она похудела. Просто не могу. Ура! Она похудела, она похудела, она похудела, похудела. Нашим родителям и скажем такие: я похудела. Они такие: мама мия, ты похудела, господи, какая у нее фигура. Ох, раньше она была ребенком толстым. Я не знаю, почему она была толстым. Может, ее не надо было из бутылки кормить, или грудью не надо было кормить. Короче, не знаю. Счастье! Отлично, изнурилась маленькая моя девочка. Давай, вот так вот, возьми еду немножечко, пожалуйста. Скушай что-нибудь, потом иди спать. Да. Ты у нас... ты куда? У-у-у.
Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, не волнуйся, сделаем, сделаем, сделаем. Так ты сходишь в туалетик? Что ты еще сделаешь? Потом, пожалуйста, открыть. Потом не знаю, что-нибудь сделаешь. Так, ты соберешь, пожалуйста, урожай. Не можешь собрать урожай, какая боль. Смотрим, что тут можно сделать, выкопать. Знаешь, что тут есть какая-то секретная локация? Я ее найду, но там, по-моему, то ли механики, по-моему, надо уровень 10 достичь. Что будем вот достигать. Такс. Какое это у нас протяжение? Не можешь, ты что такое? Ух ты, ух ты, ух ты, что это? Клубничный куст. Круто. Так. Ух ты. Альмазики. Давай. Быстренько все делаем. Давай. Щеляху. Так, ты у нас что? Стой, пожалуйста, не уходи. Выброси за собой, пожалуйста. Иди спотки. Находит карту сокровищ. Отлично. Ты нормально на работе, отлично. Порно работы. Марго, давай, иди спать. У тебя был тяжелый день, но ты была умничка, ты похудела. Раз, завтра в треньку пойдем еще. Ды. Сука здесь никак. Давайте дальше искать что-нибудь. Что такое гонг? Ну ладно. Давай и открыть, и открыть. Что-нибудь еще сейчас поищем. Там, не знаю, мы как маньяки ходим по городу, смотрим. В поисках, не знаю, в поисках денег. О, стоп, выкопать клад. Ты. Такс. Поппи. Иди домой. Давай. Как это будет? Давай домой, потом открыть и открыть. Марго, как ты тут? Как твоя настроенница? Так, у тебя... Ты спать хочешь? Ну ладно. Давай. Смотрим, что протащила твоя мама. Так, ты уже возле дома, что ты хочешь? Ты хочешь в туалет. Использовать, потом смыть, потом... Ты спас. Маркубус, господи. Нет, подожди, не ляжешь спать. Так, смотрим. Ой. Почему? Скучаю по семье. Ты с семьей. Не надо грустить. Господи. Ну, давай. Мальчик-кот. Все. Давай, ты устала? День был тяжелый. Господи, что это? Мальчик, вот. Маркус, он был. Ты пришел домой. Молодец.
починочка. Ты выжил. Там... Иди возьми еду. Иди спать. Тут ужас. Ужас. Так что ты еще нам принесла? Что это такое? Мальчик-кот? Нам не нужны коты, поэтому... Блин. Мальчик. Что? Так. Мне не нравится, какой-то стрёмный. Так, в школу будешь ходить и... Будешь смотреть на этот канал. Так, Сэй, это что такое? Так, а чё ты не спишь? Так, пожалуйста, выброси. Потом иди... Да, поговорим с ним. Говори. Душевный разговор. Давай. Поговори о календарии. Чило, Панива, Байма. Ибс, Тринга. Бинфахаб. Как прошу, Ахти. Черно-белый торт. Каких качеств нет у этого десерта? Бело-черный торт. Ух ты! Мы этот торт съедим. Нет, мы его не съедим. Quetzal plus Оспа. Ripple Fabus. Лапша с чесноком. Фруктовое парфе с йогуртом. Ялик, вороби, мума. Абадал, смелла. Надежная связь. Набакузеп? Стоп. Ха-ха, квинк. Короче, примерному семьянину нравится быть в дружеских отношениях с членами своей семьи. Отлично. Ладно, думаю, на этом серию мы закончим. С вами была Бани. Всем удачи и всем пока.